Прокурор требует для родителей реального тюремного срока. Избиение младенца произошло полгода назад. Медики обнаружили у ребенка переломы и травму головы. Сейчас о нем заботятся родственники матери. Все нормально. Они очень трудолюбивые люди. Все в семье хорошие люди, за исключением дочери. Они к ребенку относятся не так, как она. Забрали малыша прямо из больницы. Молодая семья перебралась в Плявине из Екапилса незадолго до рождения ребенка. В поле зрения социальных служб обоих городов она не попадала. Последнее слово на суде родителям будет дано 28 октября. Прокурор требует для матери 3,5 года тюрьмы, а для отца 2,5 года заключения. Между тем, после лечения в детской больнице и реабилитации отклонений в развитии у ребенка не замечено. В Цесисе к концу года должна завершиться реставрация западной башни средневекового замка. Чтобы предложить туристам более современные услуги, в городе прошла международная конференция. В наше время недостаточно предложить туристам исторический объект. Надо думать и о том, как сделать его интересным. Своими идеями в Цесисе поделились специалисты из Латвии, Эстонии и Норвегии. К примеру, в Норвегии в Фредрикстенской крепости прямо на стенах демонстрируют фильмы об истории этого объекта. Сюда приезжают туристы, которые не слишком разбираются в истории, поэтому мы сделали этот фильм. Это помогает создать более глубокий интерес и желание узнать еще больше. В Цесисском замке работы продолжаются в западной башне. Она получила новую крышу, укреплены наружные стены, восстановлен зал магистра. И в этом замке планируют использовать новые технологии, чтобы увеличить число туристов.